Вот сегодня море гораздо штормистей, волны повыше. Я тут уже хлебанула с утра, считай, еще нет 9 часов, а тут уже океан разбушевался. Ну это так мелко, тут на самом деле вот где-то пройти метров 10 даже еще по пояс будет, но волны такие приличные, хочу сказать. Вот, поэтому засасывает в океан моментально. Потом бежишь и убегаешь от него. Ну, лучше подальше даже заходить. На пляже никого. Тут вот двое иностранцев пришло. Я одна была. Пришел один дядька с велосипедом. Оставил вот следы. И до этого Собакевич тут ходил с хозяином.